آمنوا كونوا أنصار الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة من دار البوار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون уважаемые мусульмане братья и сестры каждый из нас каждый мусульманин обязан готовиться к смерти соответствующим образом, совершив как можно больше благих деяний, отдаляясь от деяний дурных и принося постоянно искреннее покаяние, делая искреннюю тау, покаяние, в котором соблюдены все его условия. Слово «покаяние» от «тауба» в арабском языке означает возвращение. А в шариате покаяние означает возвращение к Всевышнему Аллаху. От порицаемого шариатом к одобряемому им. Покаяние является обязательным для каждого человека, согласно иджмау, единодушному мнению мусульманских ученых. В покаянии спасение раба от погибели и освобождение его от огня ада. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Аузу биллахи минаш шайтану раджим. Кул я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла такнату мин рахматиллах». إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Скажи, о рабы мои, преступившие предел во вред самим себе, скажи им, не отчаивайтесь в милости Аллаха. Поистине Аллах прощает все грехи, поистине Он прощающий, милосердный. Ибн Касир, рахимахуллах, комментируя этот аят, сказал: «Этот благой аят является призывом для покаяния ко всем грешникам. Этот аят извещает о том, что Аллах, субханаху ва та'аля, прощает все грехи тому, кто отказался от их совершения и принес покаяние за это, сделал тауб. Какими бы они ни были, и даже если они по количеству подобны пене, морской пене». Тафсир ибн Касир. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Куллу бани адама хатта, ва хайрул хаттаина таввабун». Все сыны Адама ошибаются, а лучшими из ошибающихся являются кающиеся, те, кто совершили тауба. Этот и подобные ему хадисы указывают на то, что у каждого верующего есть грехи и недостатки. Однако люди отличаются друг от друга тем, насколько искренне они каются перед Аллахом, насколько искренне их тауба. Настоящему мусульманину никогда не поздно покаяться Аллаху и пролить слезы за совершенные прегрешения. При этом он должен помнить, что если ему и удастся избежать наказания людей, то уж точно не удастся избежать наказания Аллаха в будущем мире. Если вы искренни в
своем покаянии, Всевышний Аллах примет его и простит ваши грехи. Если вы совершили зло, но искренне покаялись и изменили свою жизнь в лучшую сторону, Аллах непременно одарит вас милостью и прощением. Аллах всемилостивый и всепрощающий. Это один из основных принципов веры в исламе. Не откладывайте покаяние, совершение тобы и немедленно сделайте нужные шаги в этом направлении. Ведь никто не может сказать, когда его настигнет смерть. Дверь для покаяния открыта до тех пор, пока мы не чувствуем агонию смерти, как сказал нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но поскольку нам не дано знать, когда нас настигнет смерть, то мы не должны медлить с покаянием. Но надо заметить, что покаяние не будет считаться действительным, искренним, без следующего. Во-первых, без чувства глубокого сожаления за совершенные грехи. Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, сказал: «Если человек не сожалеет о том скверном, что он совершил, то это указывает на то, что данный человек довольствуется этим грехом и упорствует в его совершении». Также шейх Ибн Аль-Кайим сказал: «Сожаление должно быть вызвано именно по причине совершения греха. Если же человек проявит сожаление по иной причине, как, например, он стал сожалеть, что пил вино из-за траты на него денег, то такое сожаление не имеет к покаянию никакого отношения». Во-вторых, покаяние не считается действительным без воздержания от греха и от всего того, что ведет к нему. То есть прекращение совершения греха. Надо остановиться. Всевышний Аллах, субханаху ва та'ала, сказал: «Скажи неверным, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом». Тот же Ибн Аль-Кайим, рахимахуллах, сказал: «Истинное покаяние – это раскаяние за совершенные грехи, мгновенное прекращение его совершения и твердая решимость не совершать это впредь». В-третьих, покаяние не считается действительным и искренним без твердого решения больше не грешить и немедленно начать совершать добрые дела, чтобы ими стереть совершенные ранее грех. В-четвертых, все перечисленное касается грехов перед Аллахом. Но если вы согрешили перед людьми, то есть причинили какой-либо материальный или физический или иной вред другому человеку, вы также должны сделать все, чтобы успокоить обиду тех, кому вы причинили зло. Покаяние, совершенное таким образом, несомненно, сотрет все грехи. Аллах принимает такое покаяние. Покаяние принимается только до предсмертного хрипа и до восхода солнца со стороны запада. Всевышний Аллах сказал: «И не будет принято покаяние тех, кто совершает дурное, всю жизнь совершает дурное, а когда приходит к нему смерть, говорит: поистине теперь я раскаялся». Но тогда уже будет поздно. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, сказал: «Поистине Аллах всемогущий и великий будет принимать покаяние раба до тех пор, пока он не начнет издавать предсмертные хрипы». Ат-Тирмизи. Сообщается от Абу Мусы, радиаллаху анху,
то пророк, саллаллаху алейхи вассаляму, сказал: «Поистине Аллах Всевышний протягивает свою руку ночью, чтобы покаялся, совершивший что-нибудь дурное днем, и протягивает свою руку днем, чтобы покаялся, совершивший что-нибудь дурное ночью. И так будет до тех пор, пока солнце не взойдет оттуда, куда оно заходит». Алимам Муслим. Уважаемые мусульмане, наверное, самое приятное и значимое в покаянии, в совершении таубы, это то, что наш Создатель, Всевышний Аллах, субханаху ва та'ала, радуется этому, радуется нашему покаянию. Он радуется, а что может быть приятнее этого для верующего, для искренне верующего, радовать своего Творца. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине Аллах радуется покаянию своего раба, который обращается к нему с таубой, с покаянием, больше, чем тот из вас, кто ехал по пустыне на своей верблюдице, и в какой-то момент верблюдица вырвалась и убежала от него со всеми его припасами еды и воды. Он ее искал, мучаясь от жажды, и, наконец, отчаялся найти ее, пришел к какому-то дереву и улегся в его тени, готовый уже погибнуть от обезвоживания и уже не надеясь увидеть свою верблюдицу. Когда вдруг он проснулся и открыл глаза, то оказалось, что она, верблюдица, стоит рядом, рядом с ним. И на ней его еда и вода. И тогда он взял ее за поводок и сказал: «О Аллах, ты раб мой, а я твой Господь». Он ошибся. Он сказал: «Ты раб мой, а я твой Господь», допустив ошибку из-за охватившего его сильного ликования. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает: «Но Аллах радуется покаянию своего раба сильнее этого человека, спасшегося от гибели». Имам Муслим. Братья и сестры, есть признаки, указывающие на принятие покаяния. Такими признаками являются, чтобы он видел себя сохраненным от греха, чувствовал, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, видел, чтобы он видел малое из мирского большим, многим, а многое из деяний ахирата, из деяний того света, малым. Чтобы он примкнул к благочестивым людям, чтобы он имел связь с ними и отдалился от людей нечестия и лжи, чтобы он сохранял свой язык от запретного, постоянно размышлял, видел себя занятым тем, что Всевышний Аллах его обязал, и постоянно раскаивался, продолжал раскаиваться и опечаливался за те трудные, за те дурные поступки, которые он совершал раньше. Да дарует Всевышний Аллах, субханаху ва та'ала, нам искреннее покаяние, искреннюю тобу, чтобы мы были подобны тем людям, которые и вовсе не совершали грехов. Акуллакум авлихада, ва астагфируллаха ли ва лакум.